Ситуация меняется, но очень медленно и лениво. И сейчас навряд ли будет меняться в лучшую сторону, потому что у нас кризис, кино стоит больших денег. И сколько бы государство их не выделяло, сейчас все суммы, выделяемые в рублях, стали вдруг вдвое-втрое меньше, чем они были 2-3 года назад. У нас кино конкурирует с Голливудом в нашем прокате очень редко. И это когда у нас появляется, иногда это бывает раз в году, иногда пару раз в году, иногда ни разу в году. В прошлом году в десятку самых успешных фильмов проката ни один русский фильм не вошел. В прошлый год. Вот. Поэтому ситуация такая, что когда появляются фильмы-события, «Экипаж», «Сталинград», вы сами знаете, как редко они появляются, «Горько», тогда публика на них идет массово. Но рядом с этим появляется любой голливудский фильм не событие, просто там «Мстители 2», просто большой голливудский проект. Там такие выходят каждый месяц практически. И Голливуд легко побивает эти цифры. Ну, либо к ним приближается. Иногда бывает так, что русское кино все-таки зарабатывает больше. Повторяет скорее исключение, чем правило. Системных проблем, по-моему, две. Во-первых, надо вырабатывать свои рецепты кино, не похожего на Голливуд, то есть конкурировать с ним, не делая, как они, только лучше, у нас не получится лучше, а только хуже, а делать так, как можем только мы. Вот фильм «Горько» в этом смысле хороший пример. А второе, это, конечно, относиться менее презрительно к авторскому кино, развивать его, давать на него деньги и растить его аудиторию. Пусть будет их больше, их не будет больше, чем у фильма «Мстители», никогда. Но если это будет не 5 кинотеатров на всю 20-миллионную Москву, где 10 человек в зал набилось, а если это будут нормально пропагандировать, показывать в большом количестве сетей, рассказывать везде о том, что это интересно, что это для взрослых, что это для умных. Очень многие хотят себя чувствовать взрослыми и умными, вот поверьте. Это кино будет набирать престиж, потому что для всего мира Россия, простите меня, это не страна Миты, Николая Лебедева и Бондарчука, хоть старшего, хоть младшего. Для всего мира Россия – это страна авторского кино, это страна Сокурова, Тарковского и Звягинцева. И они должны быть гордостью нашего кино прежде всего, не потому что я больше люблю авторское кино, а потому что это то, что у российских кинематографистов получается лучше всего. Это проверено временем, это проверено зрителем, это проверено критиками, это проверено всеми.